И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня в этом видеоролике я опять играю в Warface. Давайте уже начнем, но сначала подпишитесь на мой канал, это обязательно. Итак, мы сегодня играем в Белую Акулу, давайте сразу начнем, мы играем за медика. Заметьте, я играю за медика, это что-то странное, на Белой Акуле нельзя играть за медика, но я и буду играть за медика, ладно. Вообще-то на Белой Акуле нельзя играть ни за снайпера, ни за инженера, нужно играть или за штурмовика, или за медика. Но есть такие люди, которые выбирают инженера, не знаю для чего, потому что инженер, как бы, это просто человек, который ставит мины, и он, как бы, не приспособлен для спец каких-то заданий, и для ПВЕ тоже. Я понимаю, вот, инженера сделали для того, чтобы он в ПВП ставил мины какие-то. Это да, это он помогает команде, это правильно, но инженер... Вообще инженером нельзя играть там в ПВЕ и в спец, это как-то бесполезно. У инженера ничего нет, кроме брони, броневых пластин, конечно же, и мин. У него ни патронов, ничего, он просто, я не знаю, такой... Его просто убить вообще, это, я не знаю, как из-за него даже играть. Это очень тупо. За него только хорошо играть, когда ты играешь там, ну, я не знаю... В ПВП, например, Блиц-игра, там ставишь мины, чтобы все взрывалось, там, чтобы было все круто. Это я понимаю, это все понимают, но все почему-то берут инженера. Ха, как этот берете. Ну, смотрите, сейчас будем вообще проигрывать. Ну ладно, не буду ничего писать. Пошли не в жопу. Сейчас. Так, три. Три. Блин, извиняюсь. Три. А, ну ладно. Два. Штурмовика. Два медика. Один снайпер. Два штурмовика. Два медика и один снайпер. Вот так должно быть вообще, по идее. А не так. Четыре медика и один штурмовик. Это странно. Это очень странно. Это я не знаю даже, как это будет сейчас. Давайте, заходите кто-нибудь. Ладно, пока что никого нет. Давайте я посмотрю магазинчик. Что здесь есть? Здесь есть солдатская каска, которая хрен знает сколько стоит. Того... 2 часа. На 2 часа взять на 10. Нахрен это надо, слушайте. Нахрен тратить какие-то кредиты. На 2 часа, вы что? Вы сделали кучу оружий. И они нужны только на 2 часа. Это что такое? Это вообще? Зачем вы это сделали? У нас есть сайга на 9000 навсегда? За 9000 навсегда? Да ладно, а для кого она вообще уровня? Я не понял, почему? Ладно, неважно. Так, ну это точно не для меня, это я не знаю для кого. Так, оружие. Можно спас купить, но я не хочу на один день. Тратить просто кредиты. Хотя, чё я туплю? Чё я туплю, ребят? Вот чё я туплю? Вот честно, вот чё я туплю? Конечно же, давайте. Хотя, чё из этого крутое? Так, это немного круче. Ладно, сайгу не буду покупать. Ладно. Пусть будет пока что это. Ладно, неважно. Ну, я не знаю, как они зайдут. Да, они именно так и зашли. Нет, 2 меда почему-то. Это, да, а, 2 меда, 2. Да, так и должно быть. Это правильная тактика, это тактика... Тактика моя тактика. Потому что я уже пытался так пройти, и мы, конечно же, не затащили на последних 2 этажах. Ну, потому что все куда-то бегали в разные стороны, там гранатометчики все взрывали... Это было не круто, конечно, но мы почти что прошли этот этаж. Точнее, как прошли. Там начался сбор, все побежали на сбор. В общем, несколько человек, а именно 3 человека там было. 2 сразу убили, мед там оставался и 2 штурмовика. Они вбежали в лифт, 2 только человека, я и 1 там, в общем, ну, его убили. Мед сразу побежал за ним, не знаю зачем.
Он его начал резать, и, в общем, его убили, да. И остался один, и он почему-то как-то вышел, или не знаю как, но, в общем, в лифт попала, в общем, эта ракета, и его тоже убило. Поэтому вот так мы проиграли. Заметьте, в той игре играл не я. Точнее, нет, играл я, но меня убили тогда. Ладно, мы начинаем так. Я играю за медика, конечно. Чё, как? Куда? Где, блин? Давай. Чё там происходит? Ого, троих! Ни хрена себе! Ни хрена ты, босс. Я тоже хочу убить хотя бы одного. А, уже один. Ну что ты такой, блин, вообще? Не тащу. Чё ты такой? Не тащу. А чё за команда-то? О, ну, наверное, затащим, я думаю. Ну, я еще думаю. Чуть-чуть. Заметьте, я умею думать. Так. Тебе повезло, я уж думал, мне конец. Так. Спасибо. Ты как раз вовремя. Ну что тут происходит? Где ты? Стрелок убит. Зайди. Сюда зайди. Идиот, сюда зайди. А кого там полечить? Никого? Идеально. Система безопасности вырубила лифт. Придется уже двое сразу, смотрите. Этаж за этажом и взламывать коды доступа. Я дам знать, когда мы будем готовы. Ну да, конечно. А я пока что подожду здесь. Ну, как всегда. Достигнута контрольная точка. Боезапас. Заметьте, я умею ждать. В скобочках нет. Да вы все поперлись, блин. Куда все пошли? Медик. Медик, который слил сразу. Называется. Медик-сливальчик. Кидаю гранату. Ну почти. Стрелка, продолжаем движение. Переходите на следующий этаж. Офигительно. Извини, человек, я попал. Будет немного я больно. Тобой в долгу. Я не хотел. Благодарю, док. Снайп. Стрелок. Мы готовы к зачистке следующего снайп этажа. Снайп улетел. Так, а чё, где? Что к вам приближается вертолет. Скорее всего, цель собирается покинуть здание на нем. Вы должны добраться до вертолетной площадки, пока вертушка второй не этаж. Окей. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Сейчас отсюда будут выходить. Граната пошла. Вперед. Что там? Стрелка, продолжаем движение. А чё, где? Расслабься, ты будешь в порядке. Я убил стрелка. Давай. Не шевелись, я подлатаю тебя. Стрелок убит! Ща, подожди. Спасибо, дружище. Идите в лифт. Пошли. Осторожно, граната! Подожди, я давай, вылечу. Давай. Да зачем? Сейчас я помогу время. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Граната!
Стрелок убит. Пошли, пошли. Ну, давай. За дебил. Помогите подняться. Да ты дебил. Помогите мне, помогите. Ну. Я как всегда. Нет, ты дебил. Давай же. Пожалуйста. Так. Не дергайся, я тебя вылечу. Давай, 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 давай. Сейчас тебе станет лучше. Забирайте, не сливайтесь. Код этажа взломан. Так, а чё он? А, ну чё? Да ты дебил. Полученные с серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выводим из них так, что-нибудь важное. Ладно. Начнем. Следующий этаж. Контрольная точка. Куда? Боезапас пополнен, сюда? Игроки воскрешены. Ну что, вы сюда. Тихо, 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 тихо. Мочи их, мочи, мочи, мочи. Тебя. Да блин! Не нормально. Чел, я тебя вылечу. Так, намного лучше. Я тебя вылечу. Я вот думал, мне конец. Тебе повезло, это просто царапина. Так. Спасибо. Окей. Собирайтесь, долбанный лифт. Так. Что-то лагает немного, ну ладно. Неважно. Че, давайте, давайте, сюда, сюда, давайте. Забегайте. Сейчас будем тащить, давайте. Норм. Главное не слиться. Так все нормально. Окей. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. А, я же забыл. Ну точно. Я обработаю тренажер. Эй-эй-эй. Тихо, блин. А вы можете не сливать, ребят? Вы можете не сливать карту, пожалуйста. Сливайтесь. Не сливайтесь, ребят, не сливайтесь. Тихо, тихо, тихо. Не дергай, я уж думал, тебя вылечу. Граната пошла! Так. Ай-яй-яй. Стой смирно, я помогу. Спасибо, Дон. Тихо, тихо, тихо. Так. Тихо. Да ты дебил. Ну давай, прикрой.
Ну! Резай! 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 Мед, ты дебил! Дебил! Ну забегай! Зайди! Зайди! Ты дебил! Мы готовы к зачистке следующего. Ты дебил! Этажа. Ты дебил! Зайди сюда! Похоже, наш клиент должен был встретиться с директором Blackwood Урсулой Эллис. Запомните это имя. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Думаю, крутой, да? А нифига. Контрольная точка. Сливается. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Кидаю гранату! Можно идти. Да пошли вы, я ничего не буду делать. Ты тупой, сейчас понимаешь, ты тупой, ты никого не... Никому не помогаешь. Давайте, помогайте. Давай, 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 здесь. Релок убит, повторяю, релок убит. Благодарю за помощь. Давай, давай, давай. Я пропустил твои раны. Я уже понимаешь, что ненормально. Давайте. Техники разблокировали лифт. Пошли. Других людей просто исчезли. Постаралась так. Некая радикальная партия правосудия. Люди, потерявшие все свои деньги, открыли на банкиров настоящую охоту. Нет, нормально. Мне почти стало жаль Урсу. Почти. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. О, нет, нет, нет. Нет. А, спасибо тебе, Бак. То, что помог. Нет, я там. Я не добегу. Извини, чел, но я не добегу. Уж извини. Забыли чуть, дай мне пару слов. Так. Кидаю гранату. И спасибо, помогу тебе. Так. А, профи. Давай, давай. Граната! Так. Я ранен. Дайте аптечку. Где ты ранен? Блин, где ты ранен? Тихо, все норм будет. Ну,
Тихо. Так. Тихо. Ай-яй. Ай-яй-яй. Залагал. Немножко проблемы с интернетом, видать. Держись. Так, нам ладно, нужно. Это, видимо, не мне. Как раз вовремя. Еще бы чуть-чуть и... Спасибо тебе. Даже представить не могу, что случилось с ней и другими работниками Брейман. Но известно, что эту охоту на ведьм так, ну ладно. Пережила только Эллен. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Точняк, извините. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. О, человек, тебя. Тихо, тихо, смотри, смотри. Тихо, тебе смотри. Тебе повезло, просто царапина. Смотри, 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 смотри. Смотри, смотри. Я уж думал, мне конец. Так, я намного лучше. Дай мне пару секунд. Смотри, смотри, смотри. Не мои проблемы. Так. Дай я помогу. Спасибо, да. Стой на месте. Ай. Стой так, на месте, тихо. Я подлатаю тебя. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Чем ты ушел от него-то, блин? Ты тебя принимаешь? Помоги. Кончил. Дебил. Проклятие. Меня ранили. Меня задело. Аптечка. Алло. Помогите мне. Двоих убили. Ладно, это восьмой как бы этаж, ладно, это круто, это довольно-таки нормально. Беги! Беги до лифта. Давай. Нет, 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 нет. Так, буквально в одночасье родилась корпорация Blackwood. Вообще идеально. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Блин, я не так побежал. Похуй. Граната! Так. А чё, где? Тихо, тихо, тихо. Я не хочу никого резать. Это тут. Я просто не хочу никого резать. Я хочу сам по себе играть. На средних настройках, блин. На моих средних настройках, которые игру не вылетают. Люблю свою настройку. Не хочу на ультер поиграть, это тупо. Будет немного больно. Давай, давай. Так. Так, тихо, сюда побежали. Так, здесь вроде никого нету. Окей. Что ж дальше давайте? Расслабься, ты будешь в порядке. Так. Еще минуту. Ладно, ладно, ладно. Стрелок убил, повторяю, стрелок убил. Так. Так, окей. Ну что ж. Еще. Здесь. Спасибо. Здесь сейчас. Резь. Нет. Резь.
Договорились. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Я обработаю твои раны. Благодарю, что стой смирно. Тихо, тихо, тихо. Бежим, бежим. Сюда, сюда. Все сюда. Ну сюда все, давайте. Чего вы ждете? Выстрелите! Я подлатаю тебя. Дебил. Давай, давай, так. Так намного лучше. Окей. Ладно. А, блин, кто-то у меня уже убивает. Ладно. Мы получили код доступа. Вперед! С тобой все будет нормально. Так, окей. Велес настоящий лидер, в этом нет сомнений. Но все, так, во что все она вроде верит, это всемогущий доктор. Нормально. Она так обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Так. Сейчас Элис обладает огромным влиянием. Но есть, значит, один человек, на десятом у нас будет Джаггернаут. Она всегда прислушивается. Так. Этот человек, а что сейчас будет? Патроны, здоровье и броня восстановлены. Что игроки воскрешены. Да ты задолбал сам лечить. Ты задостал меня, слушай, чел. Да пошел ты. Ранение несерьезное. Я помогу тебе. Еще чуть-чуть. Я уже не могу. Спасибо. Валите его! Так. Осторожно! Идем дальше. Ай-яй. Да ты задолбал, слушай, чел. Хватит сливаться уже. Я не могу тебе резать. Не дергайся. Ну резни его. Ты дебил. Стрелок убит. Повторяем. Стрелок убит. Так, тихо. Ну и все. Достаточно. Дебил, который постоянно сливается. Команда, блин. Короче, вообще, играть вообще никто не умеет. Сыграли, я не знаю, просто так, наверное. Потому что, смотрите, Ден даже ушел уже. Охренеть. А, мы... А, да, мы вчетвером же были. Да, слились, конечно же, ребятки, очень так уж не очень. Да, было очень сложно, конечно, но они слились, это не круто, они все-таки слились, ребят. Это очень уж не круто, да, мне кажется, это вообще, это не знаю, как они так слились, это просто, это, блин, это они слились. Все, что я могу про них сказать, они просто слились, они даже ничего не думали, они ничего не придумали, они просто слились. Просто тупо слились. Вот, все. Это единственное, что я могу сказать. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.